Так, ну, сегодня, как я вам говорил, у нас открытый урок. В гостях у нас Руслан Шамильевич Аликов, чемпион мира по самбо 1985 года. Сегодня он согласился показать свое мастерство, которое выигрывал на соревнованиях. План такой, наверное, все правды поражения, и как бы на сегодня он тренер, все тренировки, все дело того, как говорить. Добрый день, добрый вечер. Приятно с вами здесь находиться. У всех свои здесь цели, задачи. Каждый попал сюда в этот зал волею судеб. У всех свой путь, своя дорога. Вот. На сегодняшний момент мы с вами здесь пересекаемся и надеюсь, что если вам интересно, за счет чего можно выигрывать, да, то вы увидите и услышите то, что мне сегодня удастся вам показать, рассказать. Безусловно, тренером вашим остается Алексей Борисович. Вот, мы сегодня вместе с вами потренируемся, может быть, в том формате, к которому я привык в свое время. Безусловно, сейчас я уже не участвую много лет в соревнованиях, но то, что может оказаться вам полезным, безусловно, я надеюсь, я вам могу показать. Поэтому план тренировки такой, чтобы была максимальная обратная связь, мы с вами разминаемся, может быть, чуть более легкой форме, чем обычно. Хотя хотелось бы сказать, что разминка на долгие годы, на всю жизнь для вас это самая важная часть тренировки. Чтобы вы оставались как бы всегда сильными, ловкими, быстрыми и здоровыми людьми. Поэтому так в качестве неких уже моментов с акцентами на тренировочный процесс, разминка – это очень важная часть тренировки. Вы, наверное, сами знаете, но с каждым годом, уже, может быть, после того, как вы закончите бороться, разминка будет для вас являться тем мостиком, который будет вас связывать с вашим спортивным прошлым. Поэтому обращайте сейчас уже внимание на разминку, как на очень важную часть вашей жизни. Разомнемся. Дальше будет не того, чтобы я увидел, где я буду вам полезен. Я посмотрю, как вы в партере боретесь, может быть, вместе с вами подпровожусь немножко. И поняв, как бы, чем я буду интересен, что-то покажу в партере. Какие-то свои, как мне кажется, важные наработки. Дальше мы перейдем в стойку. Либо легкая борьба, либо легкая отработка. Также я увижу ваш уровень. Он, безусловно, высокий, но надо будет понять, чем я могу быть полезен. И я из тех там предложений, которые в один урок, конечно же, не вместишь в одну тренировку, я выберу то, что вам решу показать, и надеюсь, это будет вам полезно. Вот такой план. А если будут вопросы, да, это очень важно задавать вопросы, то прошу вас всегда как бы этой возможностью пользоваться в течение сегодняшнего дня и дальше в жизни. Вот, то есть по вопросам можно будет понять, что вам нужно. Поэтому вот сейчас есть вопросы на этом этапе вообще. И хотел бы, чтобы там меня ваш тренер представил как чемпион мира. Вот, для спортсменов очень важно как бы быть так честными. Вот я увидел здесь честность. Поэтому чемпион мира обычно называют людей, которые завоевали это звание по мужчинам. Да? Вот тогда можно сказать чемпион мира. И либо по студентам. Вот я как бы чемпион мира 96 года по студентам. И победитель первенства Европы и мира по юношам. И потом победитель первенства Европы и мира по молодежи. Вот мои как бы. И мастер спорта международного класса России
и мастер спорта СССР. Вот мои регалии. Но не чемпион мира по мужчинам нет. Не успел, выбрал путь по профессии, там я являюсь высшим экономическим образованием, у меня есть. Поэтому, как сложится у каждого из вас судьба, да, будете ли вы спортсменами профессиональными, успеете ли какие-нибудь регалии завоевать, это уже второе. Самое главное, на этапе сегодняшнего дня максимально внимательно, максимально эффективно отдаваться тому процессу, в котором вы находитесь. Но сейчас это тренировочный процесс. Поэтому есть вопросы? Если нет вопросов, то давайте, мы разомнемся. Да? Хорошо. Рустем Шамильевич, вы воспитанник Астраханской школы самбо. Да. Скажите, пожалуйста, какие, возможно, вы заметили отличия у Астраханской школы самбо по сравнению с другими школами самбо, которые развивались в Советском Союзе и в Российской Федерации? Ну, если серьезно, то разные комбинирования борьбы в стойке и борьбы в партере, знаете, ярко выраженные борцов в партере, ярко выраженных ребят, которые только в стойке борются. Но мы ищем золотую середину, чтобы была развита борьба в партере, борьба в стойке. Вот. Ну а если шутить, то кто-то чуть загорели, а кто-то чуть побелее. Дальше вот такое веерное движение.
с волочками себе. Молодцы. Рустем Шамильевич, самбо – это сложно? Самбо – это часть нашей жизни, и жизнь наша и проста, и нелегка одновременно. Поэтому все зависит от того, как мы к ней относимся. Я думаю, что так как человек – это квинтэссенция и материального, и духовного, то самбо – это одна из активностей человека, и она также в себе сочетает все грани, поэтому, конечно, многогранна, я бы сказал так, не сложна, не легка, а многогранна. Поэтому самбо и дзюдо, и любое единоборство – это возможность оттачивать свои грани, своего таланта и становиться постепенно бриллиантом. Спасибо. Пять физических характеристик, которые в борьбе дзюдоиста, самбиста помогут вам одержать победу. Ну и оставаться, безусловно, здоровыми людьми. Какие характеристики? Да, ловкость, скорость, сила, выносливость, координация, молодец. Вот пять физических характеристик, которые вы, если уж раскладывать и теоретизировать, должны себе развивать. То есть если будет кто-то очень сильный, но не быстрый, навряд ли он быстрый. Итак, про каждую характеристику. Поэтому тренировочный процесс, дома ли он проходит у вас, или на тренировке, должен обязательно содержать развитие всех пяти характеристик физических. Но, безусловно, самое главное – это ум. Да? То есть, если вы будете, скажем так, неглубоким борцом, то даже если все пять физических характеристик развиты, то на этапе уже сложных поединков, сложных схватках, вам будет как бы нелегко. Но сейчас на этом этапе из тренировочного процесса не исключайте развитие всех физических характеристик. Хочу обратить ваше внимание на шпагат Рустем Шамильевич. Вот о чем я говорил. Две стороны растяжки, две стороны шпагата. Вы не будете чувствительны, вы не сможете бороться на высоком уровне. Сразу продолжение слов вашего тренера. Даю способ развития растяжки. Слушайте. Способ развития растяжки. Все телепередачи смотрите и тянете. Вот телевизор. Вот мы сели максимально. Вот как бы лечь сюда еще тяжело. А к концу там, 30-й минуты, к концу первой серии,
вы будете уже вот как бы лежать вот так. Да? Самый лучший способ, самый незаметный, и где-то через несколько лет просмотра любимых фильмов и мультфильмов вы будете садиться, ну, может быть, не на шпагат, но растяжка будет хорошая. Не надо на этом там циклиться, просто вот включил телевизор, ага, значит, это время растяжки. И будет даже потом тянуть вас посмотреть телевизор лишний раз. Удерживать там 9-10 G. А даже если хорошо размяты колено, то оно максимум может удержать 2-3-4 G. Поэтому основные травмы колена, которые идут, они связаны именно с тем, что не забирает на себя нагрузку голеностоп. Поэтому разминать голеностоп очень нужно. Там много упражнений, вот одно из них. Самостоятельно. Жмите руки и тренировочная борьба. Тренировочная борьба в таком спокойном режиме. Парты, да. Ставим на коленочки, пожали руки. И тренировочная борьба потихонечку, разминочная. Друг друга жалеем, друг друга бережем, точнее. Но задача размяться и первому номеру, и второму, и в атаке попробовать себя, и в защите попробовать. 2 минуты отборолись. Быстро 2 минута прошла, да? Быстрее. Сколько стоим? Значит, почему я обозначил специально, чтобы вы услышали время? 1 минута, 2 минуты. Когда вы боретесь, то немножко теряется ход времени. Да? И в зависимости от того, какие вы ставите задачи, в зависимости от того, выиграете вы или проигрываете, больше нужно парты, больше нужно стойки. И отличается борьба на 1-й минуте и на 1-й минуте. Поэтому вот одно из проявлений, как вот меня сейчас Роман Георгиевич спросил, там, чем отличаются разные школы борьбы. Да? То есть я вырос и родился в Астрахани. Там, чем отличается астраханская школа борьбы, например, от московской. Да? То есть очень сложно классифицировать, но можно однозначно сказать, что разные пропорции насыщения схватки борьбой в партере и борьбой в стойке. Да? То есть некоторые борются только в стойке и боятся, когда они там вдруг садятся на ногу или на руку. А некоторые сразу встают и букаются там. И начинают делать болевой прием. Да? Что универсальный борец должен? Он должен хорошо бороться в партере, хорошо бороться в стойке. Если задача в рамках схватки требует от него больше, значит, бороться в стойке, он это хорошо делает. Если он вдруг проигрывает, или ему нужно проигрывать сильно, например, да? Давайте представим, что он проигрывает. Вот, раньше был до 12, сейчас до 8 баллов, да, борется преимущество по борьбе со мной. Он проигрывает 7-0. То есть навряд ли за 1 минуту можно набросать там, на 8 баллов, там, да, чтобы выиграть. Поэтому, наверное, будет иметь смысл перевести борьбу в партер. И в партер попытаться сделать болевой прием. Или бы наоборот, он выигрывает 1-0 или 2-0, допустим. Да? И если ты сел на болевой прием, и это не имитация, это реальная попытка сделать болевой прием, то ты это время спокойно проведешь, если даже не выкинешь болевой прием, вас поднимут, когда время кончится, и вы выиграете. То есть есть тактика, да, борьбы. Но тактика опирается на элементарные навыки борца. Поэтому почему мы начинаем тренировку в борьбе с партером? Потому что это менее травматичный вариант, когда вы центр тяжести у вас находится внизу. Если вы вдруг еще не до конца размялись, и там как-то неудачно приземлились, то травма будет не очень сильная, и ее не будет. Даже с этой точки зрения. И вот мы с вами, прежде чем что-то делать, мы понимаем, для чего мы это делаем. Для того, чтобы уметь бороться в партере. И вы знаете, что результативность борьбы в партере, она
скажем так, по соотношению затраченных сил и по приятности самый максимальный. Да? То есть сделал удержание в борьбе сам по 4 балла, сделал болевой, чистой победы. Бросить чисто, вы сами понимаете, это реже. Да? Реже получается. Хотя тоже, если по расстойку сейчас дойдем до стойки, тоже об этом поговорим. Поэтому приступаем к борьбе в партере. Я посмотрел, все ребята молодцы, старайтесь, но очень важно как в стойке, так и в партере, в общем-то, не упускать элементарных вещей. Да? Элементарные вещи, вот, опять же, буду говорить сразу про стойку, про партер. А с чего начинается борьба? Да? Борьба начинается с того, что вы сами должны быть, как мы с вами поговорили, развиты многосторонне. Да? То есть все у вас физические характеристики, есть большой арсенал у вас приемов, и в стойке, и в партере. Каждый из видов борьбы в партере, в стойке, имеет свои варианты, там, вот в партере мы сказали, несколько любимых вариантов удержания, да? Несколько любимых вариантов болевых приемов. Вот мы сейчас с вами на этом остановимся. В стойке, соответственно, то же самое. Но всегда все начинается следующее, после того, как вы в порядке, вы растянуты, садитесь на шпагат, телевизор смотрите только на шпагате. Дальше дистанция. Да? То есть если вы там что-то зазевались и там подумали там, о своей возлюбленной, то расстояние между вами и соперником должно быть максимально большое. Если вы там полсекунды подумали о любимой или о любимом, или о друге, или о враге, то все, закончилось это раздумье, вдруг если навеяло, все, дальше дистанция должна сокращаться. Да, то есть первая дистанция. Второе, захват. То есть вы не бросите соперника, если у вас нет захвата. Какой захват, это мы в стойке поговорим, я просто сейчас пробегусь. Какой захват лучше, с какого захвата начинать схватку, нужно понимать. Да? То есть я бы, и я так и делал, и это, в общем, дало свои результаты на определенном этапе, я начинал так называемый, ну, как бы я его так в шутку называю, джентльменский захват. То есть я понимал, что, например, соперник мне неизвестен, могут быть сюрпризы, я могу там, допустим, не быть сконцентрирован. Поэтому джентльменский захват, то есть позволяющий уже соприкоснуться постепенно сопернику, да, после дистанции, но в то же время, если нужно, разорвать захват и опять отдалиться на него, если вдруг что-то пошло не так. Вот. Мы поговорим, что такое джентльменский захват. Да? Потому что следующий этап – это уже плотный захват, и здесь вероятность того, что вы улетите, она выше. То есть больше вероятность, что вы сделаете прием, безусловно. Например, мой коронный прием, который позволил, можно сказать, если так вот, говорить, какой прием был самый любимый, какой прием был для соперников самый тяжелый, это вот я делал обвив. То есть обвив, если вы знаете, это прием, который максимально плотно, из плотного захвата, да, делается, да, когда ты подтягиваешь на себя чуть ли, ну как через грудь, только с обвивом ноги. Вот. То есть эти приемы уже говорят, что обязательно кто-то из вас упадет, если либо вас контрят, либо вы бросите. Да? И чем плотнее захват, там высока вероятность того, что кто-то из вас упадет на оценку. И здесь нужно иметь очень сильную уверенность, хорошую отработку приемов, чтобы все-таки улетели не вы, а ваш соперник. Вот. Поэтому и тренировочный процесс должен быть плотнее, борьба должна быть плотнее, когда вы проходите этапы, в общем-то, арсенала приемов на более дальней дистанции. Это про стойку, мы вернемся про стойку. Что же с партером? Да, то есть партер, если взять рождение вообще борьбы, вы знаете, что спортивный раздел, которым мы с вами занимаемся, нам позволяет, ну, как бы после каждой тренировки там, без сломанной ноги уходить, без сломанной руки. То есть он пошел от прикладного раздела, да, от жизни, от поединка там, на улице там, и так далее. Вот, велись правила, которые позволяют борца беречь. Но все-таки родились единоборства именно как бы, от поединка двух и более мужчин, где цель может быть не только там получить преимущество в баллах, да, но более жесткая цель. Вот. Поэтому, если не отрываться от действительности, то одним из преимуществ, которые вы в партере достигаете, это не когда вы стоите на линии друг друга. Кто будет со мной
Значит, не когда вы стоите на линии друг друга, да, то есть здесь шанс у нас одинаковый. Он красавчик, я тоже был красавчиком. И вот мы стоим на линии, и шансы, в принципе, одинаковые. Задача борца – применить всю свою силу в нужный момент, минимальное количество силы, минимальное время. Да, потому что впереди еще борец надеется, что второй круг, третий круг, финал, полуфинал. Там, да? Вот, поэтому мы должны экономить свои силы и за счет мастерства действовать. Да? То есть физическая сила должна применяться уместно. Поэтому когда вы на одной линии друг перед другом, то у вас будет максимальный расход энергии, силы и так далее. И борьба в партере, один из ее навыков, который у вас должен быть, вы должны уходить с линии атаки. И что касается борьбы в партере, заходить за спину соперника. Например, в таких видах борьбы, как вольная борьба, такое действие, как заход за спину сопернику, вообще оценивается баллами, если не ошибаюсь, сейчас сколько я не помню. Вот, то есть это уже оценка. Зашел за спину, уже оценка. Да, у нас вот дзюдо, самбо такого нет. Но это не случайно, что у них оценивается. Потому что от жизни, если ты зашел за спину сопернику, ты ударил ему по затылку, все, можно жизни попрощаться, все. Если ты пропустил соперника за спину, считай, в жизни ты, может быть, твое последнее действие, которое ты видел, что тебе за спину подошел. Поэтому это очень важно, уметь заходить за спину, ну и, соответственно, уметь от этого защищаться. Поэтому сейчас я хотел бы вам показать такой навык, который, в общем-то, вам позволит в борьбе в партере заходить за спину сопернику, и дальше мы с вами 2-3 варианта перехода на болевой и на удержание, как бы вам это сделаем. Стоим в партере, и вот перешли в эту сторону. Ни у кого нигде не закружило, всем все понятно, действие элементарно. Да? Вот для чего я это вам показал. Вот мы начали бороться. Как это? Да, Степа, начали бороться. Вот потихонечку. Значит, моя задача перейти за спину соперника. Вот я беру рука, вот видите, моя нога уже здесь. Не случайно потом объясню. Прохожу сюда. И двумя руками разворачиваю его и сам поворачиваю. Вот. Как бы сейчас потихонечку до конца доведу. То есть вот мы начали, боремся, вот захват там, да, то есть я взял захват, вот я сюда перешел, вот, не так перешел, потому что здесь у меня нет упора, я могу провалиться. Здесь опора у меня есть, да, ножище, нога. И двумя руками, да, один из принципов борьбы — это обеспечение на определенных направлениях преимущественного преобладания. Когда вы одна рука в руке, то у него сильная рука, у меня сильная рука. Если вы на секундочку и ногу поставите на руку, то однозначно вы в этом направлении выигрываете. Если вы не будете здесь как бы мечтать, да, чтобы вас не атаковали с этой стороны, то на одну секунду у вас преимущество с этой стороны огромное. И нога, и рука. Оп! Развернули. Вот вы уже за спиной. То есть, ну, в жизни нечаянно там ударили, то есть считаю, что все выиграл. Но в нашем случае как бы часть упражнения достигнута. Вот. Что идет дальше? Дальше идет либо болевой прием, либо удержание. Допустим, если я тороплюсь, я разверну, да, вот, и, то есть я тороплюсь, мне надо быстрее идти. Все. Там, я сейчас, блин, даже неправильно сделал, потому что я бухнулся на пол. Более правильная ситуация. То есть раз, пошел, и вот сюда, вот. Я вперед, смотрю вперед, не провалился, потому что там появляется шанс. Здесь шансов меньше. Вот. Ну, допустим, я не тороплюсь, я хочу со Степаном провести побольше времени. То есть я развернул. Да? Дальше для того, чтобы развить преимущество, видите, у него рычаг. Я рычаг этот убрал. Дальше у него рычаг таз. Я рычаг этот сбил. И здесь уже, если я стою так, то я могу встать. Да? Если я могу здесь, могу сделать отмашку. Если у меня здесь нет рычага,
то я тоже могу встать, там, кувыркнуться, там, допустим, да? Но если у меня нету и рычага, и бедро сбито, то все, да? То я могу что-то здесь делать, но с этой стороны я полностью обезоружен, да? То есть соперник сзади меня, еще полностью одна сторона упирается в ковер татами. Вот, дальше свободные. Раз, сюда. Так, да. Вот, получается, что с этой стороны я могу нападать. Да, дальше нам нужно что? Дальше нам нужно обеспечить плотный захват. Вот я, рука у меня здесь была, я как бы здесь сковываю соперника. И кладу его на себя, и теперь сковываю здесь. Видите? То есть, в принципе, он никуда не денется. Дальше, в зависимости от его, как говорится, поведения, либо моих планов, то есть я дальше перехожу, например, на удержание. То есть сбрасываю на одну из сторон и, удерживая с этой стороны, потихонечку перехожу на удержание. Все. Вот давайте сейчас повторим. Вот мы начали бороться. Вот мы начали бороться. Раз. Оп. Беру захват потихонечку. Здесь торопиться не нужно. Вот я взял захват. И сковал и прижал его сюда. Ноги здесь тоже держим. Пока не закидываем ноги. Да? Потому что мы еще не решили, в какую сторону он, например, будет сюда упираться или сюда. И в зависимости от того, куда он пошел, мы его скинули. И потихонечку, потихонечку. Залезли на ближе. Вот внешне все понятно всем? Что нужно сделать? Нужно познакомить его с моим тазом. То есть я встаю вдоль, и вот сюда сбиваю. Видите? То есть вот так вот мне сбить его, ну, ноги даже, а если он еще вот так поставит, то вообще невозможно. Я встаю вдоль, и вот сбиваю. И, соответственно, здесь уже. То есть Степа показывает, как в свой раз, и мы начинаем отрабатывать. А вот здесь не хочешь сбиваться. Вот. Вот. И здесь так же. И вот в зависимости от того, куда я иду, вот, потихонечку, все, здесь держишь хорошо. Все. Ну что, ухожу. Все. Молодец. 8 все. Баллов. Все, давайте сейчас. Давайте сейчас разбились на пары и попробуем. Положение на одной линии, глаза в глаза, как в поединке. Кто к вам задница повернется? Глаза в глаза. Да, можно и так показать, что да. На одной линии атаки, если правильно говоришь. Не прыгаем. Не прыгай, а просто разворачивайся. Нет. Вот я сделал вопрос, вот я попросил, чтобы вот это было так.
Саша, в момент, я разворачиваюсь. Алло. Да? Вот сюда я нажимаю. Сюда нажимаю. Беру, здесь уже стоит у меня. Здесь. И вот я подбиваю правую. Тестируйте себя, вот что вы взяли, реально ли в жизни так сделали? Вот смотри, неправильно. Вот как вот ты здесь делаешь, и вот. И тебе неудобно. Вот удобно. Вот ты стоишь вот на одну, вот, линию. Вот у тебя опоры. Можешь так стоять? В любой момент времени вы должны быть в устойчивости. Толкнул он тебя, повернулся. Вот. Оп. Вот, видишь? И вот здесь вот тебе легче вот этими двумя руками вот сюда его махнуть, правильно? В момент, когда ты уперся, мотнул, ты сам развернул. Вот. Оказался здесь. Чик рука. Чик бедро. Вот рука. Вот рука. И затянул его на себя. Вот. И ты вот так тролль пол. Видишь? Дальше либо сюда сбросил, либо сюда сбросил и перевернулся. Но, ребят, понятно, что может быть, понятно, что может быть сейчас то действие, которое мы не привыкли делать, может быть, не сразу дается, да? Но ваши тренера, если почувствуют, что в этом есть смысл, соответственно, вам на тренировку в это движение включат. То есть вы должны понимать, что ваша задача пораньше стать, скажем так, экспертом в борьбе. Экспертом. Какой критерий экспертности? Вы должны любое действие прочувствовать, удобно или неудобно. Вот сейчас вот вы делали что-то, да? И иногда, ну как бы, видно было, что вы не понимаете, почему так, почему так. Вы должны становиться экспертами и чувствовать, нет, здесь, наверное, так. И вам, например, если специалист говорит, нет, вот так надо именно так, потому что так, вы говорите, да, действительно, либо нет, мне так удобнее. То есть вы должны быть таким экспертом и должны все чувствовать. Борьба – это высокая чувствительность, да, то есть обратная связь с соперником. Вот. То есть, ну, мне казалось, что я всегда чувствую обратную связь. То есть, например, если там про себя говорить, там, не хвалюсь, ничего, уже все в прошлом, но, например, я очень редко сам падал, да? То есть редко, я вообще не помню там, вот, те схватки, где я падал, я их помню все. А большинство схваток я не падал. А если брать, например, такое единоборство, там, как бокс, там, да, то вы знаете, что сложно, там, например, попасть хорошего боксера. Да? То есть это, ну, и падать тоже неприятно, скажите же. Поэтому, например, почему я не падал? Потому что я был чувствительной к ситуации, там, ну, как говорят сейчас в молодежном знании, там, палевная ситуация. Я чувствовал, что ой, захват такой, что я точно сейчас упаду. Да, и поэтому я эти захваты срывал. Вот сейчас очень жалко, что я вам в партере не показал там болевой прием или переход на болевой прием. Но, может быть, не последний раз мы с вами встречаемся, я покажу дальше там переход на болевой прием, который мне кажется, что очень нужный. И вот когда у нас было занятие с Сергеем Лазаревичем Цыбурским, это вот один из основателей самбо в России, да, член сборной команды первой по дзюдо, мне кажется, он не участвовал в этих Олимпийских играх, но, по крайней мере, в тренировочном процессе был там чемпион мира, чемпион СССР по самбо. Какие-то регалии у него есть, безусловно, дзюдо. Так вот, когда у нас была тренировка, он к нам приходил в гости с Романом Георгиевичем, то, увидев именно этот переход на болевой прием, он сказал, да, теперь я верю, что Рустем и мастер международного класса. Да, то есть борцы, они видят, ну, уровень. И вот этот прием, он, который я вам анонсирую на следующую тренировку, если меня Алексей Борисович пригласит, то я вам его обязательно покажу. Очень интересный прием болевой на руку, переход с одной руки на другую. Вот. А теперь давайте потихонечку встаем в стойку.
Потому что нам очень важно почувствовать захваты, да, и уметь как бы соблюдать дистанцию в борьбе в стойке. Давайте встаем. Да? Давайте я повторю, кто. Давайте. Как зовут? Андрей. Вот мы с Андреем выходим на схватку, да? Безусловно, там либо по правилам дзюдо, либо по правилам самбо поприветствовали, проявили уважение, да, и дружелюбие, дружбу, скромность, там, и все качества. Есть уважение? Есть. Да, уважение. То есть проявили уважение, то есть на платформе уважения все другие качества могут строиться. Вы можете на платформе уважения, только лишь на платформе уважения, воспринимать информацию, которую вам дает ваш тренер. То есть если вы не проявляете уважение, то у вас просто информация не зайдет. Она будет как горох об стену протаскать. Поэтому на платформе уважения, также и к своему сопернику, вы можете в тренировочном процессе обучаться. Проявили уважение к сопернику, то значит идет тренировочный процесс. Значит, в чем тренировочный процесс? Пожали руки, дальше у нас с вами стойка. Какая стойка вам удобнее? Да? То есть там низкая, да, открытая, закрытая. Вы сами должны в ходе тренировочного процесса выработать ту стойку. Вот я правша. Я правша, все делаю правой рукой. Но стойка у меня левая. Так как-то получилось. То есть я когда боролся вот именно в этой стойке, я чувствовал, что я максимально комфортно себя чувствую. И моя борьба вся была левосторонней. Хотя я правша. Я потом оказалось, что это дает мне какие-то преимущества, то есть неудобнее со мной бороться. Поэтому вы должны для себя понять, в какой стойке, вы должны прочувствовать. Может быть так вам удобнее, может быть так. Посмотреть, как вы чаще там проигрываете, как вы часто выигрываете. И, конечно же, вы не можете сразу начать непонятно с какой стойки схватка. Не то с правой, не то с левой. Вы начинаете с той, с которой вам максимально комфортно. Дистанция. Вы должны понимать, какая дистанция. Есть упражнения на дистанцию. Например, в тренировочном процессе вы должны включать такие упражнения на дистанцию. Вот, например, какая у вас с тобой дистанция, вот в данном случае плотная сейчас, точнее, близкая дистанция? Ну вот, давай друг к другу вот останемся, вот нормально, да, дистанция? Давай шаг назад сделаем, и наша задача с тобой ладошками друг друга оттолкнуть и стать, ребят, пошире, встаньте, в исходное положение. Вот давайте каждый пару сейчас, чтобы прочувствовать дистанцию, вот сделаем такое упражнение. Сначала очень близко. Раз. Так, вот чувствуем дистанцию. Шаг назад. Вот, видишь, не чувствуем дистанцию. То есть ты не дал мне нужной опоры, нужной как бы. Или я, может быть, не дал. Вот давай еще раз. Понял. Вот, мы уже друг друга чувствуем. Оп, молодцы. Вот задача чувствовать дистанцию. Давайте, давайте. Ставили стоечку. То есть дистанция, наверное, велика. Да, все, я посмотрел, ага. Андрей. Мальчик Андрей, я передвигаюсь, он как стоял, так и стоит. Так, думаю, что-то он, наверное, задумался. Понимаешь, что надо брать его, пока он мечтает. Да? Сокращаем дистанцию. Взял захват. То есть принять решение о сокращении дистанции и перейти в борьбу нужно только после того, когда вы понимаете, кто перед вами. Открытый он там, например, так стоит. Да? И наоборот, низенько там стоит. Да? То есть начинаем анализировать. То есть без ума никуда. Ставим стоечку, дистанция большая. Потом потихонечку начинаете как бы смотреть. Да? И вот я вам говорил, что начинается все с джентльменского захвата. Так я его называю. Что такое джентльменский захват? Это захват рукава. Рукав. То есть рукав, это мы еще далеко. Друг друга сложно сейчас бросить. Да? Мы далековато. По сути дела, стоим, как бросим. И по сути дела, вот здесь, вот, когда я взял рукав, и видите, я беру двумя руками. Я начинаю вот так вот. Оп, 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 тянуться к нему. Я подхожу, да, беру двумя руками, на секундочку, взял захват в самой незащищенной его точке.
Да? То есть, грубо говоря, если сказать, ой, вот на затылке взял. Вы знаете, да, кошку берут, собаку берут, она хочет укусить, а не может. Так же его рука, да, как аналогично кошке, собаке. Я взял его за затылок. Вот. Взял и вот надалеко. Но я знаю точно, что с этой стороны у него никакой атаки на меня не получится. Почему? Потому что я защищаю свою рукой. И вот я могу сюда двигаться, обратно там неприятные какие-то вещи делать. Но я знаю, что точно с его с этой стороны ничего не прилетит. Да? Почему? Потому что я взял захват. Если я чувствую, что он, например, раптор, например, ух, там меня хочет взять, то я разорву этот захват, уйду на дистанцию без опасности. Поэтому как бы постепенно-постепенно мы берем захват. И вот сейчас с вами получимся брать захват. И вот Андрей попробует у меня сорвать этот захват. Ну, просто, ну подумай, я сейчас не то чтобы там не боремся с тобой, вот сорвать этот захват. Вот я вам скажу, что Андрей, как 95% моих соперников, сорвать захват этот не могли. Не потому, что я такой золотой, а потому, что этот захват сопровождался не только там, моей сильной или там, не сильной рукой, а сопровождался и с тем, что я двигался. То есть я не забыл про дистанцию, даже когда взял захват. Да? Я всегда уходил в мертвую его зону, всегда под защиту его надежной руки. То есть я не стоял вот здесь, где он меня мог там бросить. Я стоял здесь, да? И вам рекомендую также. Вы взяли, то есть вы обеспечили здесь безопасную зону комфорта. Вот вы с этой зоны и начинаете атаковать. Если вдруг что-то не так, то вы увеличите дистанцию. Если вы поняли, что Андрюха что-то спит, вы начали уже брать второй захват. Либо, может быть, с первым захватом, да? Раз, как бы, посечь там и так далее. Вот. Поэтому вот этот захват. Ну как, сорвешь его? Здорово, да? Что движение какое? Вот рука идет. Вот рука идет. И если, например, он слабенький, не подтягивается каждый день по 100-200 раз, то я просто вот как бы сорву его руку. Именно движение вот сюда, вот видите, вот у меня пальцы, да, то есть я раз и сорвал. Если Андрей подтягивается каждый день по 100-200 раз, у него крепкая рука, я просто так своими руками не смогу. Опять, не стои движение, главное движение. То есть я придал инерцию своему движению, и моя сила моего движения стала не просто сила руки, предплечья, а сила всего моего тела. Вот я раз и сорвал. Да, то есть вот держи крепко. То есть я вот и сорвал. Если нужно, я побежал с плечом. Вот. Это первый вариант. Да? То есть раз сюда и сорвал. Или второй вариант. Допустим, он так часто подтягивается, что как бы я там не подключал свое тело, я не могу сорвать. Антагонист этому движению. Здесь мы сюда двигаемся. Второе движение, мы двигаемся в обратную сторону. То есть я блокирую его здесь движение и срываю отсюда. Либо сюда, либо сюда. Поэтому давайте сейчас два действия сделаем стойки. Одно из них будет умение брать захват и умение его срывать. Первый номер берет захват, второй срывает, потом меняется. Я взял, не так? Я как бы вот взял здесь, пососал. И вот включил, все, вот так взял, все, лишь, да? Если так, то есть. Максимально отключил. На одну секунду, на две, на три, но отключил. Мне достаточно взять второй. Ребята, по одной. Внешней стороны. Со стороны, как у щенка, или как у котенка, за затылок. Вот затылок. Затылок вашей ладони. Да,
делать. Я вот, видишь, не могу далековато сделать. Я включаю силу свою передвижения. Включаю передвижение. То есть рычаг. Делай больше рычаг. Вот у тебя сейчас заход вот такой. Это не мой заход. Вот так вот. Вот так. Обеспечиваю секундочку преимущество вот двумя руками, видишь, ему сложно. Вот здесь вот я подлез, вот все, теперь борюсь, видишь. Вот, дальше уже я атакую, он убегает. Понимаешь, почему? Потому что у меня хороший заход. Вот, но теперь, например, данной задачей сорвать пока этот заход, пока мы не боремся. Научись срывать заход. Это второй способ. А первый способ? Первый способ снизу. Вот. И включай. Нет, зачем заход? Срывай. То есть наша задача выполнять сейчас срыв. Нет. Подводи. Мы учимся. В данном случае, вот ты взял, вот, и хорошо. Да? То есть вот я взял ручку просто, вот, видишь? Хорошо, силы не хватает. Чуть-чуть потело. А если бы у нас были равные силы, я просто его рукой бы не сделал. Мне нужно обязательно подключить силу. Другой рукой. Возьми двумя руками, подсадись хорошенько. Подтяни все. Сцепку ватывай. Вот хорошо, глобально, нормально. Вот не могу. А вот с таким движением, ладно? Наверное, будем завершать нашу тренировку, чтобы вы не забыли все то, что я вам сказал. Хотя, как мне кажется, я не успел вообще ничего сказать. Но я думаю, что-то полезное, хорошее вы для себя за эту тренировку подчеркнули. Да? Напомню вам о том, что весь тренировочный процесс, он длится всю вашу жизнь. Да? Все навыки, которых вы знаете, 5 физических характеристик, тренируются не только на тренировке, но и в течение всей вашей жизни, обыденной. Если вы хотите чему-то научиться, то нужно пытаться прочувствовать это движение, срыв захвата, какой захват. Вот многие, сейчас я там вас немножко поругаю, то есть отрабатываю не то, о чем я говорил. И не так. И еще я увидел, что никто из вас не задал мне вопросов. Поймите, что если человек не задает вопросов, это два, может быть, или несколько вариантов. Либо он не хочет знать ответа, либо у него такая стеснительность, которая ему не позволит совершенствоваться. Да? То есть неуместная стеснительность. Скромность, но неуместная. Я же к вам сам пришел, чтобы вам рассказать, а никто из вас ничего меня не спросил. Это неуместная скромность, но тем не менее продолжает делать неправильно. Поэтому задавайте вопросы своему тренеру, своим друзьям, делитесь опытом и выполняйте те задачи, которые перед вами ставятся, и максимально приближены к оригиналу. Когда вы будете становиться старше, ваши тренировки, вот, например, в моей тренировке, когда уже там, за несколько лет до завершения, тренировочный процесс был таким, что, например, если несколько смен, да, в которых идет отработка, то одна отработка по заданному тренеру сценарию, то есть он говорит, например, отрабатываю там, броски вперед, там, или через бедро, там, или проходы в ноги, вторая смена, там, еще что-то, но всегда одна минимум смена, он говорит, делайте приемы, которые вы чувствуете, что вам как бы по душе, ваши коронные и ваши схватки, это будет как бы рисунок схватки. И вот третью смену я уже как человек, который что-то соображает, что-то выигрывал, я уже начинаю работать так, как я буду как бы имитация моей схватки будущего. Да? И у меня уже есть представление, я его вырабатывал много-много лет, что я буду делать, как я буду делать и так далее. Пока вы не на этом этапе,
еще много пробелов у вас, да, в ваших знаниях борцовских. Вы должны очень внимательно смотреть, что вам показывают, и внимательно стараться повторить. Потом вы будете понимать, почему. Да, есть такой раздел дзюдо, да, это ката. Да, когда вот Роман Георгиевич, один из немногих тренеров, который умеет, может показать ката. Там, если есть раздел в стойке, в партере, ката, да. Но ката это что? Это медленное выполнение движений, которые позволяют борцу понять как бы энергетику каждого движения. Почему так, а не так? Почему такое расстояние, почему другое расстояние? Вот вы должны, в общем-то, в какой-то степени относиться к тренировке именно с этим желанием осознать, почему так. Почему так вам тренер сказал. И максимально прочувствовать, прав ваш тренер или не прав. Сомневаться и пытаться понять, насколько вам это движение подходит. То есть вы должны быть, как я вам сказал, вот начиная с самого раннего возраста, ребятами, которые хотят стать побыстрее, скажем так, профессионалами. В данном случае в борьбе. Если вы захотите стать там в профессии, то вы должны быстрее приобретать именно свое понимание той профессии, которой вы будете там посвящать свою жизнь. Поэтому обязательно внимательно слушайте. Потому что иначе, вот, например, если мы с вами провели там. Давайте фотографируемся на память. Давайте фотографируемся. Ребят, идите сюда, вставайте. Рустам Шамильевич, завершился ваш открытый урок в клубе единоборств Содружества города Пушкина. Ну, вкратце ваши впечатления о ребятах, о клубе. Ну, хорошая атмосфера, тренировочный процесс в уютном зале с хорошими тренерами. Ребята все внимательно слушали, старались повторять. Я думаю, что так же, как у многих ребят нашей страны, которые посвятили свое время спорту, развитию всех навыков, значит, это большие перспективы. Остается стараться самому, остается уважительно, внимательно выполнять тренерские установки и, в общем-то, становиться гармоничной личностью, не забывая, конечно же, про здоровье и про пример, который они показывают всем остальным детям, которые, может быть, иногда забывают про то, что надо быть здоровым и богатым, а не больным и лентяем.